YouTube, привет! Это у нас Lada Largus, семиместный вариант. Пришлось делать вот пару деталей. Дверь, крыло. Вот, естественно, пришлось снимать бампер. Я сейчас покажу, расскажу, как это делается. Ну, во-первых, надо отметить то, что прежде чем снимать бампер, надо снимать фонарь. Вот, иначе бампер у нас не выйдет. Вот, фонарик у нас крепится следующим образом. Вот он, наш фонарик. Здесь у нас мы имеем вот разъем и два болтушочка. С этой стороны он находится вот здесь, вот он, и вот здесь. Вот такие вот красивые штуки закручиваются вот таким образом. Они закручиваются. Вот, это первое. Второе. Подарками здесь вот на таких болтушочках. Вот он раз. Вот он два на пластиковых. Есть еще такая типа защита. Крепится он вот здесь. Вот. Закручивается здесь, он заходит в пазики, отщелкивается. Так, и теперь что касаемо, здесь куча, вот такой целый пакет болтушочков получается. Я, к сожалению, сейчас уже быстренько все это снимаю, я не снял в начале. Вот такими болтушочками он закручивается, сейчас покажу куда. Во-первых, вот здесь, вот он, раз, два, три, четыре, и здесь то же самое, есть отрезочки, вот они, раз, вот она, два, и вот она, три. Вот здесь, в центральной части, вот они, четыре крепления сверху и три снизу. Вот, ну, остальное как бы все нормально. И еще один маленький нюанс. Вот здесь на крыло, мало того, что прикручивается, здесь у нас вот есть такой шип, который надо выводить. Вот, вот они, болтушочки, закрученный, а шип вставляется вот сюда. Ну вот, и естественно, вот она, защита. Она у нас тоже прикручивается в бампер. Вот и все нюансы. Вот здесь защита, как раз мы видим, она стоит. А здесь, с этой стороны, ну, мне так надо было, я защиту снимал. Здесь вот ее нету, я ее потом установлю. Вот, собственно, и все. Коротенькое такое видео. Кому-то, надеюсь, оно пригодится. Вот. Вот болтушочки сюда вкручиваются, в эти отверстия здесь. Здесь, с нижней части, вот они, раз, два, три отверстия. Ну и у кого стоят парктроники, естественно, вот он у нас разъем на парктроники, которые, вот мы видим, монтируются изнутри. Но это для тех, у кого они есть. Вот эти катафоты, они тут тоже у нас на защелках. Посерединке одна направляющая. Вот, и защелки. Ну вот, вроде бы и все. Все, всем спасибо за внимание. Надеюсь, кому-то это видео пригодится. Маленькая дописочка. Вот они, четыре болтушочка. Тоже они под звездочки. Я просто-напросто подзабыл вам сказать. Вот здесь вот, вот раз место и вот два места. Сюда они прикручиваются. Маленький такой по скрипту.